Плохое водоснабжение – застаревшая проблема. В микрорайоне Мацеста старые резервуары, куда закачивалась вода для близлежащих домов, уже не справлялись со своей задачей. Не хватало емкости, да и само оборудование давно отслужило свой срок и пришло в негодность. Решить эту проблему удалось благодаря подготовке к предстоящим Олимпийским играм. На сегодняшний день по требованию главы города устанавливаются и реконструируются две новых водонасосных станции, которые позволят стабилизировать давление в сетях и напрямую людям подавать воду и хорошего качества, и постоянно. Особенность это будет касаться улучшения водоснабжения тех домов, которые будут находиться на более высоких участках. Сейчас специалисты Сочи водоканала завершают установку нового оборудования. Современным насосом коррозия не страшна. Они сделаны из качественной нержавеющей стали. И срок их службы только по гарантии более 30 лет. А производительная емкость насосов составляет 30 кубометров в час. Помимо надежности, отмечают специалисты, оборудование экономичное, позволяет более чем вдвое сократить потребление электроэнергии. В два раза более экономичное, что снижает энергопотребление. Нам удается этим решить серьезнейшую проблему при перепадах в городе больше 200 метров, решить проблему подачи воды населению. Работы по реконструкции мобильных водонасосных станций планируется завершить к концу мая, и подача воды в этом районе будет стабилизирована. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.